Продолжаю играть за Мюнстер. Еще надо подождать. Париж свободный. Надо немного войска вывести. Надо ждать, пока отремонтируется Штутгарт. Thank you.
сократил три отряда, чтобы быстрее денежки поступали в казну. Так, еще немного. Так, ремонтируем. Thank you.
О, Португалия войну объявила. Надо попросить помощи. Британия. Так, ладно, здесь что у нас? Порядок. Порядок. А что же мне делать? Португалия ж далеко. Пушку построю пока. США разгромлены. Так, это что? А, Португалия мне объявила войну. Мюнстеру, в смысле. Так. Странно, что портрет такой же, как у саксонского правителя. Кстати, они еще есть. Ну да. Ну тут ничего не сделаю. Где тут было еще? Поняла Польша, что нет. А где она? А, вот, вижу. Понятно. Ладно, пусть будет так пока. А денежки есть. Пока поднакоплю денег. Так. А ну посмотреть, что там с Францией вообще. Так, Испания, Турция, Генуя. Так, значит. Если я войну объявлю, проверим. Клод де Вилар, генерал. Так, деньги есть? Немного есть, хорошо. Надо конницу.
для поддержки. Feindliche Segel gesichtet! Alle Mann an Deck! Siegreich und stolz! Ein Bär da. Странно, в южных Нидерландах французские войска стоят, чего ждут, непонятно. Ладно, потом разберемся, что там она делает. Вперед. Werden verrotten. Ну, пока подожду. Feindliche Flotte, ahoi! Wir triumphieren. Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. Так, хорошо. Так, США как возникли. Вперед.
Так. Если вывести вас. Порядок. Так, идем на Париж. Так. А здесь гвардейцы. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Ладно, подождем. Feindlicher Flotte voraus. Гвардия, швейцарская гвардия, гарнизонная пехота. Ну что ж, сразимся. Так как Париж был как бы пустым, без армии, только гарнизон. Здесь одни... одна пехота. Понятно, почему от Брюсселя не отходят французские войска, что-то стали и тормозят. Ну, хорошо, посмотрим, получится мне захватить Париж. Thank you.
Так, как обычно, буду с левой стороны атаковать, а потом ждать, когда подойдут справа. Генерала можно было и не брать, лучше Кумусу еще. Ладно. Кстати. Начинаем. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Устраиваемся. Так, швейцарская гвардия. Вперед. Быстрей. Ну, перезаряжайтесь быстрее. И долго ж перезарядка идет.
Так, значит, этих здесь задержим. Пока не бегают, мои стреляют. Хорошо. Перезарядка долго идет. Поможем пехоте. Так. Хорошо. К копейщикам трудно подойти. Хорошо, значит, так, здесь конница гарнизонную пехоту порубит. Поможем. Здесь, думаю, огневая мощь мне больше. Перестреляем. Сейчас развернем. Так, здесь. Добиваем. Генерал тоже. Так,
здесь гвардейцы. Чего задержим? Сюда. Генерал сражается. Держится смело швейцарская гвардия. Хорошо, давай с тыла. Конница. А ты куда пошел? Давай. Генерал, иди сюда. Так, отступаем, да? Куда не пошли? Добиваем. Так,
Добить. Ух ты, там еще отряд вернулся. Хотя нет. Его потом добьем. К спеху. Вперед. Так, все, больше нигде. Там все отступают. Хватит. Хорошо. Все, Франция разгромлена будет. Все, ждал, что от Брюсселя отойдут войска. Защиту Парижа не отошли. Военный, ну давай пока военный союз США. Недобитые гарнизоны остались. Так, сейчас исчезнут французские территории в Америке. Появятся новые государства, наверное. Кто там появился? Народы Мезоамерики. Ну да, Франция разгромлена. Народы Мезоамерики. Это, по-моему... Вот это. Так, здесь США и Британия. Так, хорошо. Сколько тут? 5000 только. Топа где? Это дворец, что ли? Там сколько? 8000. Ух ты. Где вот это? Это дорого. Повышение авторитета. Ой, тут. Ладно, пусть авторитет будет. Так. Сколько надо? 7000. Так, что здесь можно сделать?
6000. Так, 7000. Чего больше не могу. Ладно. Торговое соглашение. Ой, я и забыл, торговать же можно. И британцы молча испортить мне порт. Лувра. Понятно, это как раз стали. Надо защитить торговый порт. Так, а еще же можно с кем-то торговать. Ты. С Геной, может быть. Данией, Испанией, Маратхами. Так, она Марокко, по-моему, хорошо торгует. Так, Османская Турция. Кто еще? Персия. США, давай. Кто еще может? С Россией у меня союз. Так, со Швецией можно. С Пруссией торговля. Так, с Карнакитом можно еще поторговать. Крымскими татарами. Так, кто еще? Савоя. Давай. Этот остров. Рыцари Святого Иоанна. Так. Ух ты. Так, теперь смотрим, что мне тут. А, вот. Значит, забыл. Изучать же можно. Так, стоп. А вот это что изучает? Благополучие столицы. Так, экономика, да, пусть экономику пока улучшает.
Так, здесь, по-моему, оно не сильно блокирует порт, ну, торговлю приостанавливает. Даже если порт блокирован. На блокада. Посмотрим, будет 10 тысяч прибыли или будет банкрот. Восемь тысяч тоже хорошо. Так, вот они сюда зашли. А здесь тоже торговля. Забыл. Так. Ладно, пусть так пока. Держимся здесь, держимся. Так, пусть так. Что-то не хватало мне потерять еще другие области из-за бунтов. Так, изучаем, хорошо. Восстание. Здесь все хорошо. Так, это мятежники. А, их тут немного. Отобьюсь. Надо. И все будет отремонтировано. Нанимаются. Давай туда. Надо порт отремонтировать.
И уже можно 86-пушечные корабли нанимать. Хорошо. А мы попробуем там. Дело. Что? А, вот оно что. Испания. Речь Посполитой повоевать. Нет, у меня... А, Испания теперь будет врагом. А, давай. Это же у меня союзник Польша. Теперь понятно, почему она застряла. Назад давай. Нет, еще не может. Торговый надо вот уже начинать строить. А здесь порядок, и здесь 12. Так, министры. Так, порядок, порядок. Ладно, пусть будут. А, это в Imperial Destroyer торгуют и военные, как бы, по порты. А, я и забыл, что еще здесь есть порт. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, наконец-то.
здесь Париж. Париж, Париж, нет, нельзя. Вот так вот. Все. Бунта не будет. Не вижу. 240. А, это новые. Давай пушки. Клониться надо. Вот нужен, чтобы отбиваться. Так. А, у меня ж с Испанией война. Так, срочно снимаем. Войска получше. Так, удовольствие минус 3, ладно, пусть не надо пока. Пусть пока так побудут. Так, надо бы это отремонтировать. Ладно, пусть строится.
все сюда. Пушки будут. Я выведу. Не получается. Значит, строится. А, так здесь даже если заблокировано, то строится. Так, а здесь. Так. Надо освободить. Вот. Так, агенты. Давай возле Вены постой. Равно нельзя уменьшить даже так. Нельзя пока выводить войска из Парижа. Ладно, и дальше идем. Хотел меньше часа, но уже больше часа получилось. Ладно, сейчас.
Так. Вот отремонтируем. Бунтуют еще. Так, на Брюссель. Понятно, только куда испанцы подевались. Тут пусть стоит и наблюдает. Вот оно как. Значит, чтобы оно окончательно достроилось, надо, чтобы блокада была снята. Так, Imperial Destroyer это не работает. Значит так, штурмуем. Порядок. Пушки потом. Тут пока порядок. Ну, конец серии будет. Продолжение уже в следующей серии.